Інформаційний блок на 9-му каналі продовжує актуальне інтерв'ю. Я Олена Кальянова. Вітаю наших глядачів. Мій співрозмовник сьогодні – головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова Сергій Реженко. Добрий вечір нашому гостю. Добрий вечір. Говорить будем о медицине, о вашей больнице. О политике не будем сегодня говорить. Итак, вторая часть, второй этап реформы для вашей больницы. Как начался? Что вы чувствуете сегодня в связи с началом этого этапа? И насколько все гладко или болезненно? Добрый вечер. Не все так гладко, как хотелось, потому что в настоящее время все зависит от работы всего коллектива и больше информационной его части. Мы каждую услугу должны записать в компьютер, подать ее и потом получить возврат денежных средств. Для нас это очень важный момент, потому что серверы не выдерживают, прием наших заявок тоже не всегда проходит. И мы хотим, чтобы больница Мечникова удержала прежний уровень не только работы, а информатизации верхних эшелонов нашего министерства, которые позволяют нам потом назад выплачивать заработную плату. Сложный путь. Реформы, как правило, легкими не бывают. И мы проходим этот этап с некоторыми сложностями. Еще подключилась инфекция COVID, которая выбивает некоторые стационары. Мы оказываем помощь десяткам больным, самым тяжелым, которые имеют полисегментарные пневмонии. И, конечно же, часть большая коллектива отвлечены на работы, которые, по сути, нам не до конца свойственны. Однако спасать людей необходимо, и больница Мечникова все делает для того, чтобы каждый, кто попал в беду, смог выжить. Я правильно понимаю, поступают самые тяжелые? Как происходит распределение вот больных в связи с ковидом? И как они поступают именно в областную больницу? Как правило, в больницу Мечникова поступают самые тяжелые пациенты. Их прямо со скорой, если тяжесть такова, что человек не может дышать самостоятельно, их везут в больницу Мечникова. И вот из 10 пациентов, которые сейчас получают лечение, 5 крайне тяжелых. Опять нуждается в дополнительной кислородной поддержке. И врачи-реаниматологи делают все возможное, чтобы они потихонечку выздоравливали, выживали. Этот период всегда проходит сложно, потому что люди разного возраста, в основном пожилые. И есть женщина, которая УСЯ-3, которая перенесла операцию тяжелейшую и очень хочется, чтобы вот именно после лечения в нашей больнице она обязательно вернулась домой. Я не могу не спросить, да, о ковиде подробнее. Сегодня столько информации, уже не понимаешь, во что верить, во что не верить, чему следовать, чего придерживаться. Исследователи темы, вот буквально недавно была информация о том, что в первые три месяца из-за дезинформации о коронавирусе умерло очень много людей. Именно от неправильной подачи информации, что с этой болезнью. Что сегодня нужно делать? Он мутировал, не мутировал. Как уберечься? Ну, в первую очередь надо все-таки обязательно соблюдать правила гигиены. В первую очередь, которые присутствуют во время эпидемии. Ношение масок, мытье рук. Вот никто этого не отменял. Но почему-то наши люди расслаблены и зачастую попадают в эту ситуацию в общественном транспорте, в магазине, именно посещая своих близких. И хочется, чтобы мы еще раз сказали, друзья, инфекция очень рядом, она близко, она возле вас. Если вы не будете себя защищать, переболеют все или большинство ваших близких людей, потому что по наблюдению, если один человек заболел в семье, как правило, переболеют все, начиная в первую очередь от пожилых людей, заканчивая детьми. И вот здесь очень важно еще раз убедить, друзья, одевайте маски, если выходите
публичное место. Идете в магазин или едете в трамвай или троллейбус. Это важный момент, который надо обязательно учитывать во время эпидемии. Ну, есть же такая информация о том, что вот лучше, чтобы переболели там большинство, многие, там не миновать. Это правда? Информация неправильная. Неправильная. Я, ну, как врач с большим стажем, могу точно сказать, что... Что такое лучше, коллективный иммунитет? Лучше, когда вирус ослабевает, потому что если идет передача близкая вируса, он имеет достаточно большую силу, чтобы вызывать заболеваемость, так званую заразность. Угу. И вот здесь, чем люди позже болеют, как правило, тем они легче переносят заболевания. Коллективный иммунитет можно создавать на респираторных инфекциях, да. Один привлек, второй, третий, пятый, десятый. Ничего страшного. И человек ее перенес в течение 3 дней и пошел на работу без всяких осложнений. А когда тяжелые формы гриппа, и когда осложнения, особенно которые заканчиваются пневмониями тотальными, когда 80% легких не работает, вот здесь очень важно спасти человека, а еще важнее предупредить это заболевание. То есть чем позже, тем лучше. Да, однозначно. Вакцину верите? Однозначно. Не придумали лучшего способа профилактики, чем вакцина. Я понимаю, что вакцина не может быть подготовлена на 100%, вот сейчас вот такая, как нам бы хотелось, которая будет защищать нас полностью, 100%. Которая проверена, потому что время очень мало прошло. Угу. Но в любом случае вакцина – это маленький или большой шаг в здоровую жизнь, когда человек будет летать на самолете, посещать другие страны, участвовать в работе больших коллективов и будет хотя бы на 90% уверен, что не заболеет. Это очень важно. Ну, это должна быть официально признанная, да, какая-то. Да, конечно, проверенная вакцина, потому что я понимаю, что в фармкомпаниях в настоящее время могут предложить все, что угодно, то, что будет продаваться. Ажиотаж есть, люди боятся. Мне хочется, чтобы вакцина, которая поступила к нам в страну, была хорошего качества. Давайте вернемся к вашему учреждению. Насколько я понимаю, областная власть не оставляет больницу Мечникова без внимания. А мы буквально вчера рассказывали о том, что новый ШВЛ, да, получили, да, вы. Да. И действительно он какой-то очень уникальный. Только за последнее время мы получили 38 аппаратов новых. Мы обеспечили все реанимационные отделения. И если у нас всегда был дефицит аппаратов ИВЛ, который не позволял всем нуждающимся получать дополнительную кислородную поддержку. Это и травмы различные, черепно-мозговые, как правило. Это и инсульты, это и ДТП, которые доставляются к нам. Ну, люди в тяжелейшем состоянии, им нужен аппарат. Вот был такой момент, когда аппаратов не хватало, особенно когда часть аппаратов мы передвинули для лечения ковидных больных. Некоторые реанимации по чуть-чуть чувствовали дефицит. Вот сейчас с помощью областной власти мы сделали все возможное, что каждый человек, который будет поступать в реанимационное отделение, не будет нуждаться в каком-то привозном аппарате. Аппараты все есть, имеется кислород, имеется станция, которая этот кислород подает. И каждый человек при необходимости получит его в должной мере. А какие-то состояния тогда, когда человек самостоятельно уже дышать не может, когда нету импульса с головного мозга, что надо вдохнуть, что надо выдохнуть, именно эти люди в первую очередь нуждаются в аппарате ИВЛ. А при ковидных пневмониях, когда 50, 60, 70% легких не работают, и надо насыщать их кислородом, это особенно важно. Это насколько актуально, что тут человеческая жизнь стоит, ну, вот, на рубеже, знаете, таком сложном. И здесь именно аппарат ИВЛ спасает, мы видим, ну, если не на 100, на 90%. Сегодня медицина становится уже высокотехнологичной. Да? Насколько больница Мечникова вот соответствует таким параметрам? Я понимаю, что если мы будем сравнивать с какой-то там клиникой Нью-Йорка, да,
Ну, конечно же, отстаем. Но по уровню и по критериям здравоохранения нашей области, конечно, мы номер один. Я не постесняюсь этого сказать, потому что нет более оснащенной больницы у нас. Ну и мало таких больниц вообще в стране, особенно областного уровня, когда есть все необходимые аппараты, которые позволяют и диагностировать, и оказывать высокую помощь медицинскую. И очень приятно, что сегодня все руководители области в первую очередь смотрят на обеспеченность аппаратурой хорошей областной больницы, потому что это последний рубеж, а дальше некуда. Дальше только на самолете за границу. Вы не так давно призывали пересмотреть отношение к категории, такой льготной категории, как чернобыльцы и ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС. А в какой сейчас зоне эта проблема? Вот нужно ли какое-то вмешательство? Что-то решилось? Острейший вопрос. Получилось так, что на этапе реформы для всех больных одинаковые условия. И для героев, и для героев-чернобыльцев, и для афганцев, и других льготных категорий, которые всегда были обеспечены лучше, чем все рядовые граждане, которые поступали в больницу. Именно в Чернобыльском отделении у нас всегда были дополнительные лекарства именно для этой категории ликвидаторов, которые получали лечение у нас некоторые два раза в год, поддерживали их здоровье. Некоторые раз два года. Но в любом случае это было лечение, которое позволяло этим людям вставать в строй и жить качественной жизнью. А в настоящее время случилось так, что эти люди получают ровно так же, как и все остальные. Копейки на лекарства им приходилось ходить в аптеку, покупать дополнительно, тратить деньги на питание, хотя во все годы раньше это было заложено как дополнительная статья. Я выступил в областном совете и попросил председателя, который меня поддержал вместе с губернатором, что этим людям особенно сегодня необходимо дать дополнительную помощь на лекарства и на питание, которые они будут получать в больнице Мечникова. Мы уже договорились, что на следующую сессию этот вопрос с моей формулировкой обязательно мы поставим, попросим депутатов нас поддержать. Вопрос особенно важен, потому что люди потеряли здоровье. В настоящее время для их жизни необходима постоянная поддержка. Надо делать все возможное, чтобы они могли эту поддержку получить в больнице Мечникова. То есть будет голосование, будет дополнительное финансирование? Мы попросили, если возможно, чтобы это была новая программа, которая уже будет работать в следующем году, но и в этом году хотя бы 1 000 000 гривен дополнительно на лекарства, на питание для чернобыльцев. Тема очень актуальная. Я с ними встречался, я почти всех их знаю. Знаю лично, знаю как родственника, как человека, который живет рядом. Потому что они по несколько лет уже наблюдаются, лечатся в нашей больнице. Они имеют возможность пройти любое диагностическое лечение и осмотры все возможные. А вот по лекарствам, по питанию есть проблемы. Ну, надеемся, будет, да? Да, я думаю, что будет, да. Потом есть полная поддержка областной власти. Угу. Программа «Гипертония» была анонсирована, мы тоже о ней рассказывали, как она работает и какие еще, кроме нее. Вот так получилось, что особенно после такого длительного карантина мы увидели рост гипертонической болезни, которая осложняется инсультами. Насколько это было показательно, вот первую неделю буквально у нас количество инсультных больных было вдвое, в 2.5 раза выше, чем обычно. Понимаю, что... А с чем это связано? Это психологическое состояние? Я думаю, что в первую очередь адинемия, большой прием алкоголя. Конечно, это факторы и плюс. Плюс люди перестали следить за своим здоровьем. Перестали даже проверять артериальное давление. Мало посещают врачей. Конечно, вот на этом фоне достаточно молодые люди, там 40-50 лет, что
встречалось раньше, очень редко. Угу. Начали болеть. Притом инсульты, которые проходили очень тяжело. И все реанимации больницы Мечникова были заняты такими сложными больными. И мы выступили, инициировали эту программу для того, чтобы большинство людей, которые имеют признаки гипертонической болезни, хотя бы первые симптомы, могли обследоваться, могли получить лечение, все необходимое. И решили это сделать на базе нескольких больниц, в первую очередь больница Мечникова, офтальмологическая больница. Почему офтальмологическая? Потому что на глазном дне всегда видно сосуды расширенные, которые являются, по сути, первым симптомом проявления гипертонической болезни. Это, по сути, сосуды, которые показывают, что человека уже пора лечить, или что уже там есть, присутствует гипертоническая болезнь в запущенном виде. А при этом человек там не может, может не чувствовать, никогда так? не меряет давление. Угу. Он чувствует головную боль, вы знаете, как в этой суете жизненной. Угу. Ему не до этого часто бывает. И вот мы не думали, но вот за первый месяц к нам пришло больше 2000 людей. Вот по этой программе? Да. Угу. Вообще планировали программу на 1000 человек и закрыть, и пролечить этих людей потом. Потом очень многие пришли без всяких направлений, без всяких карточек. Некоторые просто желание пообследоваться. Мы очень просим всех людей, которые записываются к нам на программу, пожалуйста, получите маленькое направление семейного врача, который вас смотрел. Хотя бы, чтобы там где-то в карточке было указано, когда у вас поднимается артериальное давление и что этому предшествовало. Тогда мы сможем подойти предмета каждому человеку, одному оказать помощь в больнице Мечникова, другому в кардиоцентре. И сделаем эту программу таким, знаете, большим началом борьбы с инсультами и с тяжелыми осложнениями, которые зачастую бывают у наших пациентов после гипертонической болезни. Ну, номер один, да, сердечно-сосудистые заболевания по смертности. 60 тысяч у нас больных в области из 3 миллионов, которых ставилась гипертоническая болезнь. Большущая проблема, на которую люди мало обращали внимания. Здесь очень важно своевременность оказания помощи, чтобы человек продуктивно и долго жил. А как с этим вопросом? Вы сказали, на 1000 рассчитано, пришло 2. Придет еще больше, да? Ее не закроют? Еще записалось 1500. Просим дополнительно средства, потому что нужно не только... Нужны не только лекарства, нужна и аппаратура, нужны и мониторы специальные, которые будут обследовать наших больных. Это суточные мониторы, которые носят люди, которых наблюдается артериальное давление на протяжении суток. Они могут потом это переслать в компьютер, и врач-кардиолог чутко делает расшифровки, когда назначает таблетку, какое время в первую очередь. Это и доплеры всевозможные, которые есть в больнице Мечникова. К сожалению, в наших клиниках города такой аппаратуры нет или очень мало. Мы имеем такую возможность, и мы инициировали эту программу. Я знаю, что тысячам людей мы обязательно поможем. Подобные, другие виды заболеваний, программы? Очень много сейчас. Профессиональные осмотры, да, вот очень много, много сейчас. Да? Моментов, которые связаны с здоровьем человека, надо учитывать. Ну вот сейчас в первую очередь стоит, конечно же, ковид-инфекция, потому что именно тестирование по ковид является задачей номер один. Наша только лаборатория сделала 13 тысяч ПЦР-исследований, десятки тысяч ИФА. Большое количество, и почти все люди, которые работали раньше над исследованием клиническим, занимаются вот... Переброшены туда. Да, занимаются исследования, которые позволяют распознать ковид-инфекцию. Сейчас это вопрос номер один, потому что за каждым больным стоит еще десятки людей, с которыми контактировал. Их надо обязательно проверять. Ну что, вывод такой, болеть нельзя никак, нельзя. Ничем, нельзя. Ни ковид, ни другие виды заболеваний. Болеть, конечно же, нельзя. Надо заниматься спортом, надо максимально стараться себя поддерживать, хорошей форме для того, чтобы
чтобы жить качественной жизнью. Если этого мы не будем делать, к сожалению, нам придется много тратить денег на лекарства, на обследование, на лечение. Этого бы не хотелось. Спасибо. На этом на сегодня поставим точку. Я надеюсь, вы будете у нас в студии, потому что масса других вопросов осталось. Ждем следующего раза. Спасибо за визит. Спасибо. Ще раз дякую нашому гостю. Сергій Риженко, головний лікар обласної лікарні імені Мечникова, сьогодні був гостем нашої студії. Я дякую вам за увагу. Залишайтеся на 9 каналі. До зустрічі.